Так, что у нас на первом уровне дается? Ножичек сразу такой, хороший скин. Затем у нас открывается глава. Это нас посвящает в новый... в новую трилогию, которая называется «Волна». На третьем уровне нам дается расходник, желтая коробка, которую мы носим, как и гранаты. На четвертом появляются болты огненные на маленький арбалет. Здесь еще раз глава. Здесь у нас аптечка, которая в расходнике тоже идет. Здесь брелок. Ну, брелок это и брелок, да? Здесь опять глава. Здесь болты на копье, которые в воде взрываются. Здорово. Короче, дальше едем. Кровавые облигации насыпают здесь у нас 200 штук. Далее открывается у нас здесь молот. Два слота занимает. Опять у нас история. Здесь у нас жук-удушайка летающий. Стриж Колдвелл армейский. Стальнокорень. Наган исполняет. Это просто на наганчик скин. Даже не офицерский, да, я так полагаю? Да, здесь снова это дело. Открывается на 17 левеле у нас помповый дробовик со шпагой. Здесь у нас хороший скин на Winfield C укороченный. Ну, просто Winfield, то есть. Сори, трехстволочка, мать его. Подъехала на 20 уровне. И скинчанский на 21 на спарку с глушителем. Достаточно красиво, хочу вам сказать. Далее, это экспансивные пули на трехстволку. Сейчас будем срочно тестить. Глава. Монетки на трехстволку. Вот этот сумасшедший, очень крутой. Чё? А, он военный, да, как будто бы. Видите, у него эти погончики вот тут вот. И штука. Короче, странный пацан. Это беспутный кормичий. Кормчий, простите, я как сегодня правильно читаю. Беспутный кормчий навидался воды во всех ее проявлениях. Обтекающие кораллы, мирно качающие затопленных в тюрьмах. Трюмах, точнее, топящую свору мертвецов на дне морском. Угодив в Луизиану, он утопил свое прежнее имя и вместо него обзывался тягой к сокровищам. Нормально. ЦМОшки на трехстволку нам даются. И апермат открывается, наш любимый. Далее, трехстволка флешеты. Спасибо большое. Окей, пофигу. Трехстволка жакан. Спасение в этом скромном ящике. Они могут изменить. Это скин. Это просто скин, видимо, на желтую коробку. Окей. Ядовитые боеприпасы на апермат. Это что-то интересное. Здесь у нас идет просто брелок. Апермат ЦМОшка. Хорошо. Здесь скин на аптеку из расходников. Опять глава. Это скин на молот. Спасибо. Опять глава. Скин на стриж Колдвелл армейский. Глава. 300 монеточек. ББшек. Глава. Скин на трехстволку. Мое почтение. Опять 100 ББшечек. Опять глава. Скин на, ну, помповый дробовик. Здесь у нас что это? Брелок опять-таки, да, это опять-таки брелок. Здесь что-то еще дали. Здесь у нас вот эта щука. Ну, неплохо, неплохо. Страшненькая, конечно, но неплохо. И апермат скин. И здесь у нас бонусом дали, вау, брелок. Ну, достаточно неплохой батл пасс. Реально неплохой. Короче, я столько роликов напилил. Ну, не чтобы потом приходили люди из... Посмотрите, бля, дождь! Мать твою! Какой кайф! Ёбнешься! Подожди, а чё босс такой странный? Он не каждый раз выпадает, я понял, понял. Его еще найти надо. Господи, дождь! Какой кайф! О, погода меняется! Смотрите, ушли эти! Ушли обычные облака! Усили! Hey.
это такой мега кайф! Господи! Это что такое вообще? Босс, а босс появился, ёб твою мать! Босс появился! Вот он босс, видите босс? По ловушкам надо его искать, окей. Вот. Куда он ведет-то, я не ебу. Какой след? Вот эта штука подходит как крокодил, ребятки. Вот так делаем, ищем. И куда эта штука подует, там и крокодил. Видите, она в ту сторону дует. Вот так становимся, смотрим. Это где-то в стороне скотного двора. Да, на 30 нам надо бежать. Вот как-то так. В сторону скотного двора, лесопильня, вот это вот все. Где-то орудует он. Ищи, свищи, как ветер в поле его, конечно. О, он здесь. Белый. Только где здесь? Кстати, забыли все-таки это. Благостойкий динамит проверить. Угу. Ну где он, блядь? А, вон, светится. Не, это подсказка странная. Все не светится. Серьезно? Блядь, собаки. Сверху спины. Вот он появился, скотина. Здравствуйте.
Окей. Ага. Во-первых,